Привет, дорогие друзья, меня зовут Олег, и мы продолжаем играть в Бэтмен Архэм Сити. Пытаемся спасти оставшихся двоих полицейских, найти пингвина и найти мистера Фриза. Ну что, друзья, давайте будем это делать. Так, бета-коготь. Надо посмотреть, кстати. Да, мы правильно. Там, где написано Iceberg Lounge, видите вывеска неоновая, нам туда и надо. Потихонечку будем плавать. Смотрите, Бэтмен на плоту. Замечательно. В принципе, если бы Акула хотела, она бы давно уже могла полакомиться нами. Что она, в принципе, сделала уже пару раз. Так. Очень красиво. Смотрите, наш костюмчик довольно изрядно потрепан. Видите, видны следы порезов. Знаете, вот обстановка чем-то напоминает Биошок, честно говоря. Вот данная именно эта локация, музей, очень-очень напоминает Биошок. Что-то в этом определенно есть. Твою мать. Единственный, кто знает слабое место, это Фриз. Надо найти Фриза. Ай-яй-яй. Так, давайте подождем. Ай-яй-яй. Нас не подпускает, видите? Надо найти способ отключить это оружие. Может быть, нам режим детектива поможет, нет? Зацепиться, к сожалению, больше негде. Что у нас может помочь? Дистанционный электрозаряд, как вариант. Где же нам Фриза-то найти, братюня? Я, по крайней мере, не вижу нигде больше никого. Так, нас убили. Давайте вырежем этот кусочек. Ну что, друзья, значит, к пингвину нет смысла было сейчас суваться, так как мы просто не знаем, как победить его, он просто неуязвимый. Поэтому есть смысл вернуться и пойти в последний оставшийся путь. Видите, там уже стоят, ждут нас. Надо найти мистера Фриза и узнать, как убить, обезвредить пингвина. Так, ну что, друзья, давайте двигаться. Так, видите, здесь они нас специально зазывают, потому что здесь какое-то защитное поле. Надо будет пытаться взломать. Рептилия. Пароль принят. Ну что, братюни, ваш прикол не удался? Контрудар, нормально. Довольно крепкие братюньки, смотрите. Пытаемся потихонечку их вырубить. Так, все лежат, можно выходить. Нет? Тебе мало, ёпта? Лежать, падла. Колесико и левая кнопка мышки. Ну так я нажимаю. Что-то особо не действует. Мы его просто, знаете, как мышь в углу забили и все. Так, давайте смотреть, что наш штаб. В штабе мы еще точно не были. Пингвин.
Добрый день. Как ваши дела? Даже сигарета рядом лежит. Сигара даже. Не сигарета. Так. Что это, твою мать, такое? Так, я даже не знаю, можно ли встать сюда. Пропановый баллон, стальная емкость с сжиженным газом. Что это такое? Так, это мистер Фриз, похоже. Да, это, конечно, не Шварценеггер, но тем не менее. Давайте. Так, что же нам делать-то? Давайте думать. Можно тоже нажать. Так, видите, здесь карта и всевозможные какие-то фотографии. Так, ну, остается взорвать стену. Давайте попробуем. Твою мать. Чё за чертовщина? Какого хера, я бы сказал? Абрамовичи? Вас так много, Абрамович. Ай-яй-яй. А, можно сделать специальное комбо. Знаете, что мы сделаем? Попробуем вот таким вот образом. Пусть братюнька сам своих же завалит. Замечательно. Смотрите, как четко камера, да, показывает. Не тупит вообще. Очень классно. Грамотная камера. Так, мы разобрались с братюньками. И у нас практически новый уровень доступен. Да. Так, давайте смотреть, что можно прокачать. Взрывная волна. Компенсация теплового следа. Атака сверху. Звуковой бета-ранг. Увеличение дальности шифровального секвенсора. Тоже всевозможные плюшки. Специальная комбо боя. Давайте себе какие-нибудь комбо прокачаем. Они все-таки довольно классно выглядят. Так, ну что у нас тут? Я пока не буду рисковать брать сюрприз от нашего загадочника. Подождет немножко. Так. Надо взломать. Давайте взломаем. Микроволна, пароль принят. Мы нашли мистера Фриза. Где оно? Лекарство Джокера. Забудь о клоуне, мне нужен Коблпот. У него мой костюм, мое оружие. Я убью его за то, что он со мной сделал. Пингвин мой, сосредоточься на лекарстве, или погибнут невинные люди. Ты не понимаешь, я не могу закончить работу без костюма. Он мне нужен, от него зависит все, все. Пингвин защищается при помощи твоей ледяной пушки, как мне ее обезвредить? Я похож на дурака? С чего бы мне тебе рассказывать такое? С того, что иначе я не смогу вернуть тебе костюм. Подумай об этом, Виктор. Ты не очень хорошо выглядишь. Если тебя не станет, что произойдет с Норой? Не впутывай мою жену в это, Бэтмен. Пускай сложившееся положение тебя не обманывает. Мы не друзья, ты должен знать это. Нет. Нет. Сегодня не тот день, когда стоит на меня давить, Виктор. Хватит. Не делай этого.
Я встроил ключ системы безопасности костюма, чтобы никто не смог использовать против меня мое же оружие. И помогло? Почему бы тебе не воспользоваться этим значением и не придумать, как самому остановить его? С удовольствием, Виктор. Продолжай думать над лекарством, я верну тебе твой костюм. Так, ну что, друзья. Сразиться с пингвином в Айсберг Лаунже — наше новое задание. Давайте будем его выполнять. Снять ключ системы безопасности с костюма Фриза, чтобы отключить ледяную пушку. Костюм Фриза мы уже видели. Я знаю, где он находится. И, наверное, вы тоже помните. Так, ничего интересного нет. Выход левый, Ctrl. Ну что ж, давайте. Можно, кстати, было уничтожить бочку с титаном. Так, я знаю, где костюм. Он находился в одном из помещений, где мы с вами спасали копов. Сейчас мы туда вернемся. Кстати, вы помните, там один любовался этим костюмом. Я его убил самым первым. Ну что ж, будем действовать. Лед начинает таять, и это не очень хорошо. Довольно проблемно будет. Как же нам спрыгнуть-то грамотно-то? Давайте выберем бета-коготь. Вот. Слава богу, без проблем спрыгнули. Так, где он там находится? Вон, надо плыть в ту сторону. Похоже на Посейдона. Вот у меня будет ориентир Посейдон. Вот, такой братюнька. Так, ну что? Давай, Бэтмен, давай. Родина тебе этого не забудет. Теперь можно ухватиться. Без проблем. Братюньки отходят. Вот мы их спасли. Так, давайте двигаться. Найдем костюм. Он находится в этой комнате. По крайней мере, должен находиться в этой комнате. Да, вон он. Костюм. Давайте посмотрим. Вот он, знаменитый костюм Фриза. Увы. Что ты делаешь? Когда я уйду, подожди 10 минут, а потом отнесешь это Фризу. Он сейчас не опасен. Нет проблем, Бэтмен. Костюм мистера Фриза. Найден ключ шифрования. Деструктор, блок ледяной пушки. Может временно нейтрализовать ледяную пушку, использовав необходимое рядом с целью. Использовать надо. Так, ну что, давайте. Замечательная штука. Посмотрим, как она действует. Бэт-коготь. Как он работает хотя бы? Блокиратор ледяной пушки. Просто удерживаем, наводим на пушку пингвина. Так. Ну что, братюньки, давайте. Нам осталось сразиться с этим чмом пингвиноподобным. Так. Возвращаемся. Так, надо взять бэт-коготь и немножко подвинуть наше плато.
Молодец, Бэтмен, хоть руки накачаешь. Так, давайте отправляться в Айсберг Лаунж. Так, главное, чтобы еще нормально мы с вами проплыли и не мешало нам ничего. Твою мать. Какого хера? Так, акула, походу, в шоке от такой ситуации. Смотрите, остался след от ее челюстей. Так, ну что, подняться уже не получится пока, да? Спокойной жизни нам, видимо, не видать. Ну что, друзья, давайте будем сражаться с пингвином уже в следующей части. Меня зовут Олег, подписывайтесь на мой канал, заходите в группу ВКонтакте. Будет очень весело, пока-пока.